Сегодня была очередная провокация со стороны украинских властей или украинских нацистов. Была запущена точка У по Краматорску, по ЖД вокзалу. Есть погибшие в Краматорске. На данный момент цифра называют порядка 30 человек. Заявление с первого, которое было сделано украинскими нацистами о том, что это был Искандер. Но это оказалось ложью, потому что люди засняли остатки сбитой точки У, которая упала в Краматорске. На ней была надпись о том, что это за детей по-русски. Скорее всего, можно предположить, что это было кассетного типа. Может, даже средствами ПВО они ее избили. Кассеты были выбросы, поэтому большая площадь поражения и такое большое количество пострадавших среди гражданского населения в Краматорске. Но еще раз подчеркиваю, это очередная провокация нацистской власти, которая находится в Киеве. Данного вооружения нету ни в республиках, ни в Донецкой, ни в Луганской. И нету на вооружении Российской Федерации. Это есть на вооружении только в украинской армии. Это сделала Украина. Я это заявляю официально и на полном основании буду об этом говорить всегда.